привет. Решил доехать на лимане до буровой станции, монтажной станции, не знаю, что такое. Попробуем добраться, посмотреть, что же там такое. Поехали домой. Очень приятное ощущение. Даже на 40-м мачте ты получаешь кайф от гидрофойла. Это супер. И вот так спокойненько, без петель, мы возвращаемся к месту старта. Что у нас погода сегодня просто чудесная. Как вы видите, я в шортах и в лайкре. Вода теплая, прогрелась. Небо чистое. Облака. Короче, у нас красота. Прекрасно, друзья. Ура, земля! Я вернулся!